Всем привет, ребят, с вами Ярослав, и сегодня у нас обзор нового набора, нового сезона Дракон Мастера Ву. Посмотрим на фигурку Мастера Ву. Все изменилось, кимоно, даже выражение лица, посох изменился и наплечники. Спирит фигурка называется не Мастер Ву, а Герой Ву. И также Гоблин с арбалетом. Посмотрим на дракона. Это очень большой и интересный набор. Советую купить. Спасибо за внимание. Всем пока, ставьте лайк.